Всем привет, с вами Избан. В сегодняшнем видеоролике мы с вами откроем новых пэтов. Естественно, будем надеяться на мифика. Открывать мы будем яйцо, которое идет по счету вторым. То есть самое дорогое мы с вами пока что трогать не будем. Также давайте проверим, пофиксили телепорт локацию или нет. Так, отлично, все пофиксили, как видите, работает. До этого у нас не работало. И тпхаемся теперь в магазин и смотрим, что тут изменилось, если, конечно же, были изменения. И, как видите, изменения все-таки произошли. Подешевели у нас яйца, не намного, но подешевели. Получается, это подешевело на 50 миллионов, вот это яйцо на 20 миллионов подешевело, а это на, получается, 7,5 миллионов. Ну, уже неплохо, уже радует. Будем открывать с вами вот это яйцо. Ну, давайте сейчас я открою пару таких яиц. Так, я забыл включить бусты. Хорошо то, что вспомнил. Так, давайте включим супер лаки. И включим ультра лаки. Все готово. И теперь можно начать открывать яйца. Пару штучек откроем и после этого перемонтаем видео, когда уже откроем полностью все яйца. Ну, яиц где-то у нас в общем 500-600 выйдет. Ну, довольно неплохо. Будем надеяться, естественно, на Легу и на Мифика. Но пока падают самые фиговые пэты. Все бейзик, по-моему, упали, да? На. Что-то странно очень. Я уже почти миллиард потратил, и до сих пор обычные бейзики падают. Как-то странно прям вообще. Ни одного нормального питомца. А, весело, конечно. Вот, выпал золотой, получается. Отлично, хоть золотой. Ну, давайте еще пару штучек откроем. И, как всегда, нам выпадает обычный basic питомец. Ну, в принципе, я не удивлен. Но, как вы видите, шансы очень сильно порезали. Если сравнивать с хэллоуинским ивентом, там прям нормально сыпало легендарных питомцев и мификов. Здесь, как вы видите, в основном одни бейзики падают. Так они и падают, в принципе. Еще ни одного эпика мне не выпало. Это как? Просто как? Я уже сейчас скоро 2 миллиарда потрачу, и до сих пор ни одного эпика. Что-то вообще непонятно. Очень странно. Давайте последние сейчас еще 3 яйца откроем. Может быть, нам повезет. Естественно, будем надеяться хотя бы на эпика. Но все-таки, как я понимаю, удача сегодня не на нашей стороне. Выпал еще один золотой. И последнее яйцо. Угу. Одни бейзики. Ясно. Ну ладно, в принципе, сейчас для вас пройдет буквально секунда. Для меня это примерно где-то может быть час. Ну что же, погнали. Так, ну что же, давайте подведем итоги. Как вы думаете, что мне выпало? Правильно, ничего. В принципе, я не удивлен. Шансы прям пипец сильно урезали на выпадение хороших питомцев. Я потратил около 24 миллиардов течь коинов. И мне выпало всего лишь одна лего. Это где-то я открыл, ну плюс-минус там 400-500 яиц. В принципе, немало. И всего лишь одна лего мне выпала. И то обычное. Ай, ладно. Давайте посмотрим. А, вот такие у меня пэты. Тут буквально штук 20. Вот таких обычных, радужных. И есть, получается, 2 радужных эпика. И еще тоже один радужный питомец. Ну ладно, в принципе, не будем расстраиваться. В принципе, мы все это знали, то, что шансы урежут. Но, конечно, я не знал то, что прям так сильно. Ну, теперь возвращаемся к обычной жизни. То, что нифига питомцев не будет падать. И, естественно, они дофига будут стоить. В следующем видеоролике я вам покажу самые выгодные фьюзы. Так что ждите. На этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Всем удачи и пока.